И йо-йо, с вами Стафи. Я все чаще замечаю, что большинство каналов либо пустые или нудные. Каналы постоянно добавляют видео, удаляют, меняют контент канала и так далее. Итак, почему же это так происходит? Давайте же разберемся, с чего же надо начать свой YouTube канал, с чего должна начинаться ваша история к миллионам подписчикам и что же нужно в самом начале. Поставь лайк на это видео, ведь мне это очень поможет в дальнейшем. И подпишись на мой канал, если ты этого еще не сделал, и оставь свой комментарий. Приятного просмотра! Смотри, самое главное на канале это что? Вот прямо сейчас напиши в комментариях, что самое главное для канала. Я даю тебе 5 секунд. Контент. Да, сами видео. Это самое главное. Кто ответил правильно, молодец. Кто ответил по-другому, подумайте над своим ответом. YouTube — это видеоплатформа и каналы, это агрегат с видео. И вы подписываетесь на них только из-за контента. Если это не так, то почему ты не подписан на тонну пустых каналов? Или подписан? Эй, чувак, это ненормально. Так вот, в самом начале тебе надо определиться с контентом. Это самое важное решение в истории твоего канала. Это звучит настолько пафосно, насколько это реально важно. Первое. Это стриминг или создание видео. На этом этапе вы должны решить, что для вас приоритетно, создавать контент или стримить. Но вы можете сказать, ведь это можно совмещать. Но вы будете правы, но вы не сможете по физически, не сможете делать видео каждый день и стримить. Правильно, особенно если у вас параллельно будет учеба или работа, или что-то еще. Это займет очень много времени, да и поверь моему опыту и другому опыту ютубер. Бывают дни, когда тебе вообще не хочется ничего делать, и ты будешь пропускать эти дни, что для тебя будет приоритетно. Здесь дело твое, и решение чисто твое. Изучив все плюсы и минусы стриминга, плюсы и минусы создания видео, и решив все для себя сам. На видео выходит больше времени, но их проще продвигать. ПК для стриминга нужен помощнее. И много-много других факторов. Подумай, плюсы? Выбери платформу, где ты будешь этим заниматься. Вдруг ты захочешь это делать на Твиче или еще где-то. Но я посоветовал использовать YouTube, так как на нем правила попроще. И вот ты выбрал, кем ты будешь, стримером или создателем видео. И теперь перед тобой второй твой выбор, тематика канала. И да, никто кроме тебя не знает, что лучше снимать на твой канал, поэтому я не буду тебе советовать точные видео и так далее. Может мне еще видео за тебя делать? Я думаю, ты понял, к чему я. Ввиду. Тематика это нереально важно. Может, ты будешь петь или обучать, играть, рассказывать, разоблачать, экспериментировать, веселить или что-то другое. Решать ведь нельзя. Снимать все и сразу. Ведь кому-то интересны игры, а кому-то уроки. Лучше решить сразу, чем решить потом в процессе. Если у тебя будут какие-то подписчики, и ты будешь менять тематику, то у тебя могут быть проблемы. А в самом начале, пока ты еще не выбрал, проблем точно не будет. Как правильно выбрать тематику? Да это очень просто. Основывай свой выбор на том, чем ты любишь увлекаться или делать. Ведь тебе должно быть интересно делать контент и самому заниматься своим хобби. И может быть это для тебя в дальнейшем станет работой. Если тебе самому будет неинтересно заниматься своим делом, то ты очень быстро перегоришь. И перестанешь издавать контент. А люди забьют на тебя. Сейчас некоторые напишут по приколу. Да, я ничего не умею, ха-ха-ха. И так далее. Чел, если у тебя есть какие-то увлечения, играешь ты в игры или занимаешься паркуром, или хоть что-то еще, так алло, чувак, бери свои увлечения и переводи их на YouTube. Или учись заниматься чем хочешь заниматься на YouTube. Заранее. И приходи на YouTube. И словами, что я ничего не умею, ты ставишь перед собой забор и препятствия. Так смотри. Если ты реально чем-то хочешь заниматься на YouTube, для тебя даже отсутствием компьютера не будет основной проблемой.
ты сам будешь думать, как тебе выкрутиться и как тебе творить. Я, например, знаю многих, кто любит YouTube и, несмотря на это, снимает видео на телефоне или рендерит видео на слабом ПК, на котором ему приходится ждать десятки часов, чтобы его видео зарендерилось. Но ведь он почему-то не оправдывается и делает контент. Все с чего-то начинают. И вот где-то здесь не забудь придумать название канала, ведь это будет твое лицо, и тебя будут так называть в интернете, как ты назовешь себя. Сейчас, если вы хотите, чтобы я рассказал, какие никнеймы лучше придумать, а какие нет, то пишите в комментариях, допустим. Допустим, ты уже все выбрал. То ты уже большой молодец, бро. Серьезно. Ведь многие этого еще не делают и пытаются сунуть себя в щели. И для них самое главное, это как же похайпить на какой-то теме. И вот ты уже побежал делать видео на канал, например, мое первое интро или трейлер, или первое видео на канале. И зачем это? Это бесполезно. Зачем это делать? Кому нафиг это нужно? Ведь у тебя пустой канал. Кому это будет интересно? Так вот, делай сразу же контент. Тебе нужно делать 5 или даже 10 видео, если ты хочешь сделать трейлер. И да, можешь сделать блокнот для видео с темами для видео. И да, мой совет. Придумывай темы для видео заранее, тогда ты сможешь делать свой контент постоянно и не придумывать идеи в последний момент, когда видео нужно делать прямо сегодня. Поэтому делай идеи для канала наперед. И не забудь оформить свой канал. Если ты что бы я сделал. Если вы хотите, чтобы я сделал про это видео, то пишите в комментарии. Оформление — это важно, чтобы привлечь к себе людей. Как говорится, по одежке встречают, а по уму провожают. Пословица хорошо отражает YouTube. Ведь сначала люди увидят картинку, ну или же превью, или оформление канала. И думают, посмотреть это видео или нет. И уже потом они смотрят ваше видео и делают выводы, смотреть тебя дальше или нет. Я знаю, у тебя было такое, что ты видишь крутую превьюшку, открываешь в ожидании ответа и думаешь, что будет за видос. И человек не узнать, что там будет, ведь ты не Ванга. И люди не узнают, какое у тебя видео, интересное или нет, по говняной превьюшке. Они просто на это превью не нажмут. Теперь у тебя есть все, но теперь через что же монтировать? Здесь тоже есть много нюансов. Сначала выбери софт для себя. Посмотри уроки по нему. И изучи основы. И также, что важно, это изучи оптимизацию, подписыванию тегов, названия и описания. Ведь это реально сильно влияет на продвижение контента. Также многие новые каналы делают ошибку, добавляют в свое видео музыку с авторскими правами. Чувак, алло, есть шанс, что тебя забанят в любой момент. Или удалят видос, или что-то еще. Так уж, изучи правила YouTube, ведь часто вводятся новые правила. Если это видео для тебя было интересным, то поставь лайк. Ведь мне это поможет в дальнейшем. Так уж, я жду твой лайк, коммент и подписочку на канал. Всем удачи и всем пока. С вами был Стаффи, и до новых встреч.